Третья часть игры – времена года. Но если вы не играли в первые две, это не имеет никакого значения. Все будет понятно и так. Ваша задача – спасти 12 заколдованных месяцев и Новый год. История напоминает старую добрую сказку. Во всем виновата злая ведьма-ворона, которая будет строить разные козни, а вы – их разрушать. Приятно почувствовать себя спасителем, правда? Ведьма заточила братьев и сестер месяцев в карты Таро, которые спрятаны на многочисленных уровнях. У каждой карты есть темная и светлая стороны. Чтобы освободить персонажа, придется эти стороны объединить. Логические уровни 3 в ряд чередуются с поиском предметов, плюс головоломки. Очень изящно выполнены подсказки, использовать их – одно удовольствие. Большой плюс игры – продуманная система новых фишек и бонусов. Они регулярно появляются на игровом поле. «Времена года 3» может прийтись по вкусу как поклонникам жанра 3 в ряд, так и новичкам, которые еще